багато для нас, все це довізьміть. Ми ж розуміємо, нам хочеться розуміти, нам хочеться. Ні. А що ми стоїмо і граємо? Що відбувається взагалі? Що відбувається? Саш, я візьму, можна твою вілку? Я надаю. Можна? Ти вже питав. Маш ложку? Ні, я хотів взяти з собою. Маш ложку? Ні, я хотіла б це вот так зробити. Це твоя теж? Ці два набори? А, вони ж з'єднуються. Там лопатка є. Вот, мне просто чуть-чуть. Не, ну чуть-чуть попробую, все равно не обязательно. Везде. Бренза, сайер, сайер. Карпаты, сайер. А что это тут у вас? У нас здесь замечательные бутерброды с брынзой. С брынзой, с утра брынза и кофе. Брынза? А это в кофе у вас молоко? Это натуральное коровье молоко. Как вы можете прочесть на этикетке производителя, место, дату разлива, срок годности. Все ведь указано, все очень законно. Я вставлю постпродакшн. Да. Made in Ukraine. Ой, сыр. А что это за сыр такой у вас интересный? Это такой копченый сыр. Копченый сыр? Как поверхность Луны. С односторонним? Да. С помидором, с хлебом. Она вещь? Это будет просто. Салат я прикольно добавила. Да я прикольно даже за сладким кофе сейчас. Все коровье. Овцы говорят невыгодно. Грязная брынза, ну то есть ее надо долго с ней морочить. Много людей нужно за уход и для ухода. Да, на зиму-то надо сено все равно, да? Да. А ну они скотину берут еще людей, ну точно так же детей. I got bullets.
Не знаю, хорошо это или нет, если мы можем что-то забирать. Обалдеть. Я не могу понять, как это понять. Это чисто твои ощущения. Ну да, вот, ну, мне кажется, просто люди ушли. Ну, плохого ничего не было. Ушли из-за того, что... И вот из-за чего они? Блядь, там какие-то... Смотри, какой комод. Ты тут просто это мебель, это... Рушник я спасу, потому наоборот, что это не мой топай. Спасти рушник? Это я точно не сомневаюсь. Так, тут очень все наладано. Семейная усадьба. Тут смотри, какая мебель. Там домик. Рушник. Ого, рамка. Давай. Хочешь взять рамку? Посмотри. Я бы вот ту полку взял. Обалдеть. Она же в костюме. Это надо спасать все. Это шо? Да. А там больше надо запутиться. Аккуратно. Смотрите внимательно подножку. Это можно все восстановить. Ну как? Выходки повынимать надо. Забрать. В музей вот. Я вообще думала там и комнату забрать, но как-то... И ну вот, тут вон еще а вон Индия. Да, это же модно было. Да. И вон эти. И просто иконы. Я вам скину вниз по столу.